Одним словом, жил-да-был тегеней балдар. Шундай грустный да задумчивый. Эля бояга старуха замучила, бетле житья от нее нет. И меня житья нет, только меня от голода брюхо пустое ноет, не знаю, что и делать. Короля, а давай мин тебя съем. И хин от старухи у динь-динь спрячешься, и меня улай голодно не будет. Эй, айда! Ну как, хорошо тебе? И мне хорошо. Тыклым быстро бежали, что кили б карделар в другую сказку. Дай-ка я сам. Не кажется, что хину на надел с выворот на выворот. А чего, тебе так лучше? Ничего у нас с тобой не выходит. Короле, айда, а старуха твой оскушаем. И хиня хороша, и мне. Ой! Давай! Thank you.
Вытащи! Вытащи ее из меня! Вытащи! Ничего без Вен не получается. Что ни делаем, Пернемеля, все никак. Придется Барарга к волшебнику. Да только Ул нам поможет. Пернемеля, не говорите, я знаю, что вам нужно. Вот легко стать страшными, что вас все боялись. Знаю, Блем, вы хотите стать умными и разумными. Молчите, хотели стать самыми красивыми. Ай, Хедвиг, не знаете, что хотите? Я не знаю, как меня оно с моей женой ведь совсем не от него покоя не дадут. А у него, у меня живот болит, ноет меня сильно. Ну, это просто ты не проглоти большой валун, и проблемы с брюхом у тебя не будет. А у твоей жены ледяное сердце. Запри ее в доме. Подожди, льдинка, и оставь. Какой он мудрый. Ну, теперь заживем по-новому. Ты чего? Эле, оно бояга брюхо ноет. Айде, оно валун да закатим, а. Хавер! Короле, бояга ты бургайкам, если мне ирак не тупит вилляр, шо набрай, ален, сан самолет колтырып осып куна, рыхтан бар тулмас мекен, а? Ну как? Хорошо тебе? Райходца там утонул. Thank you.
Ахтау, карамал, май, каратау, ахмал, май, ахтау, карамал.